Наркотики продавали семейными подрядами. Жажда наживы объединила преступников из Елабуги и Менделеевска. Белое здание, туалет. Так, там на месте сможете показать, да? Да. Исповедь зависимого, чья дурная привычка стала неизлечимой болезнью. Центр реабилитации для бывших заключенных. Можно ли начать жизнь с чистого листа? Все это смотрите в программе «Без компромиссов».